Салют! Здесь MacHammer and Charity Workshop and Masterclasses. И наша рубрика «Колхоз Баобаб». В ней мы берем нормальные луки и арбалеты и делаем им колхоз-тюнинг. Сегодня у нас арбалет компании Mindhunter, модель Doom. И я расскажу об установке на него механического натяжителя фирмы Barnett. Арбалет Doom комплектуется ручным натяжителем, вот таким вот. Он состоит из каретки с крюками, троса, двух рукояток, но, конечно, лучше установить на арбалет механический натяжитель. Арбалет Doom очень похож на арбалеты компании Barnett. У него на прикладе также находится отсек для установки механического натяжителя, очень похожий на такой же отсек у барнеттовских арбалетов. Вот он имеет такую же форму. Вот это вот боковые крышки, снятые с этого отсека. Вот так вот они выглядят в сборе. Вот, разбираются. И, собственно, натяжитель компании фирмы Barnett, который предлагается к ее арбалетам, он поставляется в такой коробочке, устанавливается в такой же отсек у барнеттовских арбалетов. Он предназначен для моделей Coast, Buck Commander, Vengeance, Quad, Wildcat, Panzer 5 и Penetrator. Вот такая вот небольшая коробочка. Что в ней находится внутри? Из чего состоит комплектация? Все показать уже не смогу. Значительная часть поставлена на арбалет. Ну, естественно, в коробочке больше, чем нужно для того, чтобы поставить на арбалет. Во-первых, инструкция. Инструкция по установке самого механического натяжителя. Три разворота. Английский текст. Рисунки черно-белые прорисовки. Все очень ясно, все очень понятно. Никаких вопросов не возникает. Другая инструкция. Маленький листочек с двух сторон. Черно-белые фотографии, тоже английский текст. Это инструкция для установки на арбалеты держателей каретки натяжителя, когда она находится в нерабочем положении. Собственно, натяжитель, он здесь установлен. И держатели три вида для разных моделей арбалета. Вот одна установлена у меня на арбалете, я ее чуть позже покажу. А две оставшиеся, вот такой вот держатель. Про него я потом расскажу чуть поподробнее. И вот такой вот держатель. Ай-ай, улетел. Продолжаем. Итак, я полагал, что натяжитель встанет у меня на арбалет прямо из коробки, но, к сожалению, не все оказалось так просто, и пришлось поколхозить, провести некоторые доработки. Для начала. Сам натяжитель у нас состоит из следующих деталей. Во-первых, это, естественно, каретка с крюками. Вот она у меня тут зацеплена за тетиву. Вот так вот она выглядит. Во-вторых, тросы, соединяющие ее с валом, на который накручиваются эти тросы. И другой конец этих тросов укреплен на неподвижном валу. Еще в состав этого натяжителя входит вот такая вот съемная рукоятка,
которая крепится как справа, так и слева, в зависимости от вашего желания. И еще одна маленькая деталь, это трещотка, препятствующая раскручиванию натяжителя. Значит, с какими же проблемами при установке мне пришлось столкнуться? Вот этот вал, на который наматываются тросы, он состоит из двух половинок, стянутых болтом. На одной половинке находится зубчатка, предназначенная для трещотки стопора. При базовой сборке это правая половина. То есть, вот у нас эта каретка, еще раз покажу. От нее отходит правый трос, вот этот вот, и левый трос, вот этот вот. Правый трос у нас закреплен на той половине катушки, на которой у нас есть зубчатка эта самая. А на левой половине катушки, на которой левый трос, такой зубчатки нет. И проблема возникла вот какая. Тут два отверстия, во-первых, да, об этом еще не сказал. Два отверстия. У барнетовских арбалетов заднее отверстие, которое предназначено под установку этой катушки, оно имеет больший размер. Здесь эти два отверстия, переднее и заднее, имеют одинаковый размер, и оба чуть меньше, чем эта катушка. С одной стороны, очень хорошо то, что мне был предоставлен выбор установить ее в переднее или в заднее отверстие. Я предпочел в переднее, вот почему. Если я ставлю сюда рукоятку, то вот она у меня не выходит за пределы приклада. Если бы она у меня стояла в заднем отверстии, то, как видите, она выступала бы за пределы приклада при прокручивании. Мне это показалось не очень удобным. Итак, катушку я установил в переднее отверстие и сразу же столкнулся вот с чем. Если у нас мы с правой стороны устанавливаем половину катушки с этой самой звездочкой, то трос на нее приходит снизу. Не так, как вот здесь сейчас сверху, а снизу. И когда мы начинаем наматывать трос на эту катушку, то он у нас проскальзывает, соскакивает с катушки, и с одной стороны соскочил, с другой нет, сбивается. Но вот при этом я обратил внимание на то, что верхняя часть катушки очень близко подходит к щеке приклада, и тросу проскользнуть в это маленькое отверстие проблематично. Поэтому что я сделал? Я вынул тросы из каретки, поменял их местами. И у меня правая сторона катушки с зубчаткой оказалась теперь слева. Соответственно, трос приходит на эту катушку сверху. И вот тут вот ему проскочить практически нельзя. Вторая проблема, которая возникла. У арбалетов Барнетт неподвижный вал, за который крепится другой конец тросов, он устанавливается в переднее отверстие. Оно имеет меньший диаметр, чем предназначенное для катушки. И вот этот вот вал, он тоже из двух половинок, собирающихся с помощью болта. Этот вал, он, кроме того, имеет еще значительную длину. А вот здесь, вот можно посмотреть, перемычка довольно тонкая. Ну, она вполне достаточно для того, чтобы выдерживать усилие натяжения. Но вал, если его установить сюда, будет, во-первых, болтаться вправо-влево, а во-вторых, во всех остальных направлениях. Отверстие для него слишком большого диаметра и стенка слишком тонкая. Поэтому я просто просверлил соответствующим диаметром массив приклада. Он внутри пустотелый, он имеет достаточную толщину, поэтому вот этот вал, на который крепится неподвижный конец троса, этот вал у меня прекрасно сюда встал.
Что дальше? Еще одна проблема, какая возникла, это, собственно, установка трещотки. Трещотка у нас состоит из вот такого вот механизма. Вот у него есть движок. В этом положении трещотка включена, и вал в обратную сторону не прокручивается. Только по натяжению. В этом положении, переключил, вот, трещотка выключена, и вал прокручивается в обе стороны. Эта трещотка у нас крепится с помощью вот такой прямоугольной детали, на двух болтах, проходящих сквозь приклад. Два болта эти и все эти детали, естественно, даются в комплекте. Кроме того, для трех разных моделей арбалетов Барнетт даются три пары болтов разной длины. Здесь подошли самые короткие болты. Вот. Но на Думе под эту трещотку вообще никакого места не предусмотрено. Это пришлось сделать самому. Собственно, вот ножом и стамеской я сделал прорези в перегородках. И вот в эти прорези вполне у меня встали обе стороны этой трещотки. И вот этот вот прямоугольничек, который ее удерживает, и сама трещотка с другой стороны. Конечно, пришлось тщательно вымерять, чтобы отверстия попали точь-в-точь. Но, собственно, все получилось. Все работает. И сейчас, в общем-то, покажу, как это работает. Вот эта рукоятка, как я уже сказал, она крепится с любой стороны на выбор. Сейчас я ее поставлю с этой стороны. Соединение вала вот этой катушки с прикладом, оно еще не разработано. Так что при натяжении еще есть посторонние звуки, писк. Со временем, когда детали притрутся друг к другу, этого не будет. И вот так вот у нас выглядит натяжение. Между прочим, поскольку детали еще не приработались друг к другу, то приходится прикладывать более значительное усилие, чем просто при натяжении. Когда это дело приработается. Вот у нас арбалет натянут, взведен. Между прочим, вот на что стоит обратить внимание. Я так предполагаю, что это у нас замысел инженеров фирмы Барнетт. Вот этот движок, который у нас включает и выключает трещотку, он сделан такой длины, что рукоятка отлично поверх него проходит. Вот слышно писк этот самый. И теперь, когда у нас арбалет взведен, нам необходимо вот эту деталь, так соскочила, я еще не вполне к нему привык, к этому натяжителю. Нам нужно вот эту каретку зафиксировать. Делается это с помощью специальных деталей, про которые я уже говорил, резиновые фиксаторы, прилагающиеся к арбалету. Вот тут у меня уже установлен один из них. Надо будет потренироваться, немного работать с этим натяжителем.
бабки. Это было у нас быстрее и без задержек. Вот таким вот образом каретка натяжителя устанавливается вот в этот резиновый фиксатор. Фиксаторы эти, ну что этот, что другие два, они устанавливаются следующим образом. Я их достану. К ним прилагаются заранее вырезанные специальные формы детали из дабл-скотча. Мы берем такую вот детальку, наклеиваем ее на ту сторону, которая прилегает к арбалету, приклеиваем в нужном месте и фиксируем саморезом. Вот все три детали к модели Doom подходят. Но я предпочел поставить вот такую. Можно было бы поставить вот эту деталь, но оптимальное место для нее, на которое она встает вот просто как родная, вот здесь. Я так думал, что она мне здесь несколько мешала. Вот серьезнее и солиднее всего выглядит, по-моему, вот такая деталь. Тут даже ее часть, наверное, это и можно использовать в качестве щеки. Она такая вот мягенькая, резиновая, с окнами. Но что мне в ней не понравилось? Не понравилась сама фиксация. Вот если две вот эти детали фиксируют каретку нормально, то вот это вот, ну вот как-то вот видно, наверное, я надеюсь, да? Просто буквально никакого усилия не нужно, чтобы каретка с нее сорвалась и выпала. Но, тем не менее, я так думаю, что я и ее пущу в ход, удалю, отрежу все вот эти вот лишние детали и установлю ее вот здесь, там, может быть, вот этой стороны, я посмотрю, как мне будет удобнее, именно в качестве щеки. То есть, вот, чтобы удобнее было подносить щеку к прикладу, глаз к прицелу. Вот. Итак, результат. Арбалет вот у нас сейчас во взведенном состоянии. Готов к тому, чтобы вложить в него стрелу, снять предохранитель и произвести выстрел. Собственно, работы, которые понадобится сделать руками, для того, чтобы вот такая лебедочка, такой механический натяжитель можно было на него установить. Это подрезать диаметр переднего отверстия. Но если вы хотите установить, как рекомендует фирма Барнетт заднее, то диаметр заднего. Вот его нужно взять и чуть увеличить, чтобы в него этот вал устанавливался. Во-вторых, установить вот этот вал. Как я уже сказал, я просверлил под него отверстие. И в-третьих, вот эта клещоточка, без нее, ну, может быть, можно обойтись, не знаю, я решил ее установить. Лишней не будет. Выключить можно всегда, вот выключил, включил. Это, наверное, тут самое сложное было, то есть промерить все отверстия, чтобы все везде попало. И результат имеем арбалет компании Майнхантер Doom с установленным на него механическим натяжителем фирмы Barnett. Если это видео вам помогло, то я очень рад. Здесь MacHammer & Charity Workshop & Master Classes. Салют!